Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Gaming. За что я люблю водные турниры, точнее водных существ, что я только вчера записывал серию, когда прокачивали мы нашего нового гибридика Эфи, как там тебя вылетело с головы, где там этот немецкий наш динозавр, вот, Гауфиозавр, короче, как-то так. И они уже все освободились, вот практически вот все за один день освобождаются, ну, кроме нашего вот этого вот, вот дунклеозавр один держится вот два дня, получается, а остальные вот через пару часов вообще все освободятся, это вообще прекрасно. Да, чего не скажешь про наших, конечно, ребятки, наземных существ, там полная дичь. Ну-ка, давайте, ну, сейчас у меня все свободны, ну, да, тот же индораптор сколько дня, 3 или 4 освобождается, или больше. Так, давайте заглянем, что у нас тут по новостям. Есть ли у нас что-то интересное? Обновление мы загрузили, гауфиозаврика уже обкатали. Ну, в общем-то, ничего интересного, да. Пока что ничего интересного, пока вроде новых существ в наборах. Это Индоминус. Странно, смотрите, какой ограниченный комплект сейчас. Странно очень. А, вот. Немножко разбиты. Ну вот я заглядывал, здесь вот как бы легендарные расширенные. Ну, здесь есть эти эксклюзивные твари, но новых вроде я никого здесь не заметил. Пока что никакие существа. Я, кстати, Тупуксуару еще у себя даже не прокачал до сих пор. Вроде как ничего нового здесь нет. Так что ждем, пока там будут добавляться новые существа. Ну и вот сюда я тоже заглядывал. Вот в 10-тысячный набор. Как бы тоже ничего. Ничего нового здесь нет. Так. Ну, давайте тогда пойдем. Куда пойдем? Ладно, не, давайте еще заглянем в гавань. Заглянем-ка мы в гавань. Очки доверия на гены. Пойдет. За монеты покупаешь очки доверия, потом очки доверия продаешь за гены и так далее. Престозуха на 700 баксов. Такое дело. Спорный вопрос, хотя на самом деле да. Покупать, ну я бы купил, но я уже столько раз это покупал, что как бы не надо. Ну а доллары надо зарабатывать. Зачем? Как бы если у меня он есть, да, я его продал бы за гены, но зачем мне гены? Мне лучше баксы. Баксы — это более дефицитный товар. Так, ну все, тогда давайте пойдем куда-нибудь посражаемся. В принципе, я предлагаю, знаете что, нам открыть сначала водную битву, посражаться нашим снова гауфиком. Вот я хочу, наверное, взять Лептостегу, Бананагмиуса и гауфика взять. Ну давайте еще раз вспомним, обкатаем его и потом пойдем сражаться на жестяковую арену динозавров. Блин, ну попала нам такая дичь, но все нормально, будем тащить, надеюсь. Попробуем. Вот, короче, ну, хотел накопить, но ладно. В принципе, он сейчас меня также пробьет на 2, у него останется 1 балл. Да? А, у него ничего не останется, вообще шикарно. В принципе, у нас такой идет размен, и получится, Стикси будет против гауфика. На 1. Блин, что-то я про это забыл. Ну, ладно, блин, ну такой размен, я... Не знаю, какое соотношение будет. В нашу пользу, по идее, все-таки должно быть. Да, он слабенький, обычный, не гибрид, никакой. 4. Атакует на 2. И 2 у него останется. Если я его за 2 пробиваю, вообще шикарно. А если не пробиваю, то не шикарно. 2. Не пробиваю я его. 1, 2, 3 поставлю. Блин. А он 1 всего лишь поставил, подлец. Но у него 5, это нам вообще никак не страшно. Так, Стиксозавр, вот, что ты тут, на кого ты шею свою поднял? Это твой предок, древний, 180 миллионов лет назад.
Ну все, умри. Умри, предатель. Блин, я забыл вставить картинку морского дракона. Блин, я думаю, что я хотел, когда монтажку делал. Ну, надеюсь, вы посмотрели, ребятки. Вы... А ну-ка, ответьте честно. Вот кто вот, просмотря видео по прокачке Гоуфиозавра, когда я рассказывал, что он похож на морского конька, который называется морской дракон, вот посмотрел, как выглядит морской дракон. Вот, напишите в комментариях, кто посмотрел тогда на морского дракона. Блин, кайвеки чуть не выиграли. И 500 генов тоже чуть не выиграли. Обидно, досадно, да ладно. Закрыть. Блин, ну, в принципе, за рекламу тоже, ребята, смотрите, рекламу. Все-таки деньги дают. Так, ну а сейчас будем с пахи глазам. Че, три? Их же вроде два было только что. Уже три. Ну ладно. Три так три. Давайте... ну, амфибиками. Давайте амфибиками. Я все надеюсь, что Остапозавр у нас еще разок сможет убить всех троих. Блин, вообще не понимаю, блин, как у меня это тогда получилось. Одним остапозавром троих пробить. Ну, тогда он, по-моему, сидел в глухой защите. Сейчас у нас явно такого не получится. Так, ну давай. Ну, в принципе, если на все три проатакует, да? Да, он так и сделал, пробил таки. Ну ладно, сейчас попробуем по-быстрому разобраться с двумя. Четыре. Четыре. Давай, пусть следующий нас сразу атакует, и мы его сразу выносим, и все будет отлично. Так, 18 косарей. Ну, не 25, как было у нас в одном из боев. Да. Отлично. Ага, не, а может и не очень отлично. Блин, опять баллов приходится бить. 5. А тогда мне 6 сейчас придется бить, получается. Блин, не прикольно. Он атакует на... Два всего лишь, ё-моё. Чё-то расклад не в нашу пользу. Метапозавр там сейчас у нас не затащит, да? Он сейчас меня проатакует. Нет, гадёныш. Так, ну 6, если меня атакует на 4, то мне 6 баллов должно хватить. Да, отлично. 6... Хватит. А, даже 5 хватает. Фух. Нос крючок победил. Вообще вот эти вот крюки у него на носу, они вообще, короче, не к месту. Не лепится, короче. Фух. Так, это был первый бой. Давайте идем дальше. Так, ну дальше слабенькие амфибийки у меня. Так, так, так. Вот так? Нет, что-то как-то не так. Что-то как-то не так. Вот так и вот так, что ли. Ну, затащим. Затащим. Крутик. Давай, крутик. Будь молодцом. Опять на 2, да? На 2. Делаем вот так.
не проатаковал. Вот так. На один. Ха-ха-ха. Так, неужто ли? Тогда сейчас попробуем крутиком пробить. Но опять же, на 4 больше не буду. Потому что у него слабый удар. Нет смысла тратить на его баллы на удар силы 2000, если там Гаргазух будет ударом силы в 4000 там или в сколько. 5, черт, не заметил, правда, сколько у него баллов было. Раз, два. Убил, 3 сверху. И 1 поставлю. Так, а ну, оставались баллы, нет? Есть, нет, да, нет, да, нет, нет, нет баллов. Отлично. На 3. Да тут одним Гаргазухом, да? Сейчас мы затащим. Вот так вот. Ну, Гаргазух пробивает за 4, не за 5, как остальные амфибии. И это очень выручает. Если он меня атакует, то как бы все, хана. Он проатаковал, правда, балл приберег, но опять же нам 4 хватает. Вот этот один балл позволяет нам на изичах его пробить. Ну, в общем-то, один Гаргазух 3 пахигалозавра съел, но благодаря жертве крутозавра. Короче, остапозавр все равно круче. Круче пока что, по достижениям. Так, ну и последний бой. Он важный самый. Гибрид пойдет. Хотя он... Ну, рискнем вот так пойти. Ну, мне кажется, нам наваляют, но все может быть. Давайте сделаем так. Он обычно нас всегда атаковал. Давайте попробуем вот так сделать. Два удара мы выдержим, и еще следующее тоже можем как-то пережить. Вот-вот-вот. Вот это я об этом. Мы довольно быстро так накопили все баллы нужные нам. И мы даже выдержим этот удар. А ну давай. Так, ну отлично все складывается вообще в нашу пользу. Мы сейчас его неплохо продемажим. У-у-у-у. Блин, еще один бы... Не, ну тут два надо было бы бить, да? 6 баллов, 6, 6, 6, как раз на 6 он атакует. На 5? Но это неправда. Он бы меня не пробил на 5. Чё? Мне придется бить сейчас раз, 2. 3. И 1 сверху. И поставить раз, 2 в защиту. Так, ну это был только первый. Черт подери. Не знаю, диплозух сможет там затащить, не сможет. Для него нужно много баллов приберечь. 4. Не атаковал. Давайте вот так сделаем. Перестарался, может быть, конечно, но ничего. Сидим в защите, да? Я так обычно не делаю, но стараюсь баллы накопить. Блин, ну, 2. Не пробьет. Это то, что я хотел. Вот именно, чтобы получилось так. В него по нулям. Я его легко атакую на 4, блин, на 5. И все, и даю шанс диплозуху все-таки пробить.
Ну что ты будешь делать? На один. Ну вот так, потому что диплозух после подмены не пробьет. Так, вот если на один, это будет западло. Ну на три, хорошо, за 7 баллов точно пробьет. Я специально выжидал этого момента. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Ну справился за 5, в принципе, отлично. И еще и сверху есть. 8, ребятки, смотрим. Ух, в общем-то, мой план отработал на все 100%, ребятки. Так, ну и сколько нам тут насыпят? Тут даже не гарантированно 1500 выигрыш, блин, еще какую-то фигню, 850. Так, а ну-ка, так, а я не зашел вот сюда, что ли? Да, ё-моё, я ж... Вот это вот меня очень огорчает. О, 98, раньше была соточка, потом как-то вообще чуть ли не 80 мне в последнее время попадалось. Ну, хоть 98, это радует. Тоже каждый день по соточке баксов тут, там... И все отлично, ребятки. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.